представляем вам центры для детей, которые по различным неблагоприятным жизненным обстоятельствам остались без попечения родителей. Они испытывали множество лишений – физических, эмоциональных, моральных, а больше всего отсутствие близости с самыми дорогими людьми и огромная пустота в душе. Но есть надежда. Добро пожаловать в детский центр «Радуга надежды». Здесь в течение года 35 детей из уязвимых семей имеют шанс на лучшую жизнь. Здесь они получают физическую, медицинскую, психологическую, социальную помощь. У них есть личный уголок, где они могут отдыхать и выполнять домашние задания. Имеют возможность ходить в местную школу и получать образование. Здесь они могут приобретать друзей. А самое важное, что они могут получить, это любовь, понимание, забота, в которых они так нуждаются. Все это возможно благодаря поддержке церкви и множеству добрых людей. Вы помогаете материально, финансы, одежда, обувь, еда, а также морально и духовно, проводя время с нашими воспитанниками и организовывая различные мероприятия с их участием. От души благодарим за поддержку, которую вы нам предоставили. Каждое ваше пожертвование помогло этим детям в их развитии и поддержало их. И мы счастливы, что опыты с Богом не прекращаются. Здесь дети раскрепощаются, раскрывают свои таланты и становятся уникальными личностями. Также детям прививаются духовные ценности, библейские истины, доверие Богу и молитва. Thank
читаем по рецепту Светлана Бедкина. Приглашаем вас поучаствовать в данном служении. Желающие предоставить помощь в виде средств гигиены, продуктов, обуви, одежды и другое могут обращаться к координатору за дополнительной информацией, а также писать на наш имейл. Желающие предоставить финансовую помощь могут перечислять средства на банковский счет центра. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его.